4. Приключения Шерлока Холмса по произведению Артура Конан Дойля. Операторы Роберт Мартин и Роберт Деграсс. Композитор Эрнест Ивинг. Режиссер Грэм Катц. В роли Шерлока Холмса Артур Вантнер. Адаманские острова. Книга учета каторжников. Номер 494. Джонатан Смолл. Пожизненное заключение. Войдите. Входи же. Итак, Смолл. Говоришь, знаешь, где драгоценности на 250 000 фунтов? Точно не знаем. Может, там и больше. Можешь показать это место, чтобы мы тебе поверили? А потом... Дадите мне сбежать? Да. Вот здесь. Знак 4. Об этом знают. Только 4. Не обманьте? Нет. Слушай, майор Шалта. И ты, капитан Марстон. Если что, я вас из-под земли достану. А потом... Если так, можешь забыть обо всем этом. Что на карте? Крепость Агры. Смотрите. Вот здесь у них охрана. Надо ее обойти. Здесь перелезть... И пробраться сюда. Камешки тут. И не забудьте. Нас 4. Вверх на 3 кирпича. И 37 направо. Тридцать один, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
Лондон много лет спустя. Вечерние новости. Сбежали адаманские заключенные. До сих пор нет информации о пропавшем месяц назад одноногом заключенном Джонатане Смолле. Продолжаются поиски опасного преступника. Смолл был осужден пожизненно за убийство. В Лондоне орудует банда мошенников. Эдбар, позови моих сыновей. Зачем ты встал? Что случилось? Помоги. Сейчас. Садись. Посадим его у камина. Ради бога. Он ушел? Он хочет убить меня. Хочет убить меня. Папа, что ты? Здесь никого нет. Мы тебя защитим. Но не от Джонатана Смолла. Он убьет меня. Он так сказал. Месяц назад он сбежал. Кто такой Джонатан Смолл? Одноногий. Вторая нога деревянная. Я взял его сокровище и убил Морстона в драке. Сокровище? Поэтому мы богаты. У Морстона осталась дочь. По-моему, ее зовут Мэри. У нее цветочный магазин в Эст-Энде. Скорей. Открой верхний ящик стола. Там справа, в углу. Отдай. Дай сюда. Осторожно, не тяни. Дети, не ссорьтесь, они и так уже принесли немало бед. В доме есть тайник. Пойди к дочери Морстона, ей нужно помочь. Отдайте ей треть всего. Хорошо, папа, обещаю тебе. Где остальное? Я спрятал все в тайнике. Где? На втором этаже. Слышишь? Тихо! Он здесь! Он здесь! Этот стук! Это он! Деревянная нога! Нет, наверное, это мне кажется. Мне все кажется. Я слышу. Я тоже. Отец. Смолл, стой! Отец! Эдбар, скорей, давай, иди туда. Там человек, останови его. Он умер. Он сказал, что кто-то только что сел в такси. Он так нам и не сказал, где сокровище.
Еще немного и готово. Осталось здесь совсем немножко и все. Подведи еще лицо справа. Можешь справа сделать? Вот так. Совсем другое дело. Твои теперь тебя бы не узнали. Надеюсь, это в последний раз. Больше я не вынесу. Вот здесь еще. Готово. О, боже. Перестань, ты не один такой. На, посмотри. Ты теперь просто шедевр. Никто лучше меня не сделает. Это дороже всех денег. Теперь это поблекло. Да нет же, ты просто замерз. Посмотри, как я все хорошо сделал. Только погляди, как красиво на животе. Прям так и сияет. Ты обещал, что она еще лет 10 не поблекнет. Я тебе поверил. Бежал вместе с тобой. А мне осталось досидеть всего 3 месяца. Если бы я знал, что все так получится. Ты обманул меня. Твоя краска тускнеет. Давай другую краску или... Давай, поднимайся. Будь хорошим мальчиком, слушайся папочку. А то папа тебя так разукрасит. Перестань. Что эти твои вонючки в тюрьме ничему тебя не научили за 20 лет? Вот меня научили, как и обещали. Почти как из Оксфорда. Во-первых, я верну сокровища. А почему? Потому что Шолта побоялся бы все истратить. Откуда я знаю, что он трус? Потому что посмотрел на него один раз, и он смылся. Шолта знает, ему это так не сойдет. Без меня он ничего бы не нашел. И я их у него отниму. Если он их потерял... Пускай тогда платят наличными. Жаль, если он их продал. Они такие красивые. И их столько. Потом сам увидишь. Приятель, но кое-что я тебе не скажу. Ты не узнаешь самого главного. Да я уже все знаю. Знаешь, тогда молчи. Мне теперь надо что-то придумать. Но одному мне не справиться. Слишком опасно. А сейчас зато у меня есть протез. И меня никто не узнает. Да, приятель, как в старые добрые времена. Предупреждаю, держи язык за зубами. Подождем еще неделю. Если я тебе вдруг скажу, весь мир теперь мой, ты поймешь, о чем я? Нет. Потому что ты не думаешь. Да. Гением тебе не стать. Мэри Морстон, флорист. Возьмите, мисс Морстон. Спасибо.
То, что в конверте, принадлежит вам по праву. Это часть сокровищ вашего отца. Остальное, я надеюсь, вы скоро получите. Это очень ценная вещь. Вы должны мне верить. Ваш доброжелатель. Боже! Что это? Здесь кто-то есть. Я включу свет. Давай спокойно, Шоу, ты иначе отправишься к своему отцу. Рад познакомиться с вами, мистер Шоу. Меня зовут Смол. Джонатан Смол. Слышали про меня? Может, от своего отца? А ваш отец милый человек, правда? Да. Лжешь. Твой отец жалкий слизняк. Подлый мерзавец. Он сказал, что он тоже убийца. Да? Что? Он сказал про все это перед тем, как умереть. Он сказал про сокровища? Сказал? Да. Мэри, почему бы тебе не пройтись по этому дому? Где же нам искать эти красивые камушки? А? Давай говори. Я не знаю. Отец умер. И не успел сказать. Я разочаровался в тебе, Шолто. Ты что, вздумал шутить со мной? Сокровища где-то спрятаны. Мы не смогли их найти. Спрятаны? Да. Да-да-да, они где-то здесь. Но ты их брал? Значит, ты врешь. Слушай, слизняк. Я их найду с твоей помощью или без. Говори. Или убью. Нет, нет, не надо. Я скажу. Я скажу. Ну? Я сказал правду. Мы не можем их найти. У нас только жемчуг. Много жемчуга. Где он? Обещайте, что не тронете меня и брата. Полиции ничего не говорите. Обещаю вам, мы не скажем. Они у дочери капитана Морстона. Где она? У нее цветочный магазин. Возьмите, сэр. Ваша сдача, сэр. Вот, 2, 6 и 5. Да. Спасибо, сэр. Заходите еще. Хорошо.
Очень прошу вас прийти на Акация Роуд 133 сегодня в 9. Если боитесь, возьмите с собой двоих друзей, но не приводите полицию, иначе все будет напрасно. Ваш доброжелатель. Мы не брали ваших денег, мы взяли то, что вам не принадлежит. Никому ни слова. Скажешь полиции, убьем. Друг под вопросом твоего отца. Знак 4. Бейкер-стрит, 224. Правда, что вы сами убили тигра? Он был такой красивый. А как вы узнали? Странный вы человек, Ватсон. Да? Вы очень невнимательны. Я вам уже рассказывал про свой метод. Тем не менее, с каждым днем вы все больше и больше удивляетесь. Но как вы догадались про это? Я видел, как вы внимательно разглядывали эти картинки с тиграми. И я сразу понял, что вы охотник. Да, возможно. Стало ясно, что охота на тигра для вас уже в прошлом. Да, пожалуй. Как и все великие поступки, Ватсон. Возможно, мне стоит извиниться перед вами. Вы пришли развлечься, а я вам читаю лекции. А вдруг сейчас к нам постучат в дверь, сделан на миллион? Зачем стучать, Ватсон? У нас работает звонок. Тогда они позвонят. Вот и они. Что? Кто? Там. Очевидно, вы знали об этой молодой особе заранее. К вам, мисс Морстон, сэр. Мисс Морстон? Цель визита? Не знаю, сэр. Похоже, она очень расстроена. Пусть войдет. Вот и ваше дело на миллион, Ватсон. Мисс Морстон. Мистер Холмс. Мистер Шерлок Холмс. Слушаю вас. Пожалуйста, извините. Я... Мне плохо. Налью немного бренди. Похоже, она чем-то напугана. Хорошо, что вы здесь, Ватсон. В этих вопросах я доверяю вам больше, чем кому-либо. Спасибо. Вот так. Сейчас вам станет лучше. Мне так стыдно. Извините. Мне пора. И это все, зачем вы пришли? Скажите, мисс Морстон, кого вы так боитесь? Откуда вы знаете? Это очевидно, я вас видел из окна. Говорите. Мисс Марстон. Это длинная история. Мне рассказать все сначала? Будьте так любезны, я хочу знать все подробности дела. Несколько лет назад мой отец, капитан Морстон, исчез при странных обстоятельствах где-то на востоке. Морстон.
Капитан Морстон, это не тот самый случай с ограблением Агри? Да, я его знаю. Надо же. Правда, это удивительно, мисс Морстон. Итак, продолжайте. Это принадлежало отцу. Карта какого-то здания. Похоже на крепость. Что это здесь? Четыре креста. Да, четыре креста. В детстве я всегда думала, что бы это могло значить. Сегодня я получила еще одно письмо. Что? Да. Очень странно. Все очень просто. Сначала мы надавим на этих Шолта. Если они не скажут, перережем им глотки. И уже потом пырнем ножом девчонку Морстен, если она не скажет. Потом едем в Южную Америку вместе с камушками. Все очень просто. Нам совершенно ни к чему сейчас привлекать полицию. Поэтому убийство — это только на крайний случай. Послушай, у нас есть еще клей? Что? Клей. Знаешь, что это? Да, он склеивает бумагу. Когда приедем в Южную Америку, отправлю тебя в вечернюю школу. Чуть не изорвало. Я не хотел. Очень острая бритва. Может, мы сделаем, как я сказал? Только через мой труп. Вы знаете, столько всего произошло. Я получила письмо, потом еще одно. Взломали сейф. Я не знаю, что и думать. Так боюсь. Конечно, я понимаю, нельзя так всего бояться. Наверное, я зря волнуюсь. Мисс Морстон, боюсь, вы не все рассказали. Скажите, где жемчуг? Мисс Морстон побоялся его хранить даже в сейфе. И поэтому она его носит с собой. Да, вы правы. Они здесь. Итак, почерк, очевидно, изменен. Тот, кто предлагает вам сегодня встретиться, автор одного письма, должен заметить, что он очень взволнован и даже напуган. Это следует из его манеры написания. Второе же письмо с угрозой, наоборот. Человек очень наглый, распущенный. Я бы даже сказал, убийца. Но вот еще что. Он одноногий. Мистер Холмс не перестает меня удивлять. Я просто не могу понять, как он делает такие выводы. Например, как он определил по почерку, что человек без ноги? Холмс, может, поделитесь секретом, если вам не сложно? Нам было бы очень интересно. Я возмущен тем, как вы пытались меня высмеять перед мисс Марстон. Вы не читали мои заметки о физических и ментальных особенностях инвалидов. Там написано, что человек, переживший ампутацию, проходит через некоторые изменения. Начинается процесс реорганизации, в результате которого появляются некоторые особенности. И этот человек, переживший вышеописанное мной, начинает делать такие, например, вещи, как излишнее давление при написании нижней части письма, и поэтому буквы такие четкие, написанные без наклона, как и его протест. Вам понятно? Конечно. Мисс Марстон, не знаю, как вам сказать, но этот второй человек очень опасен.
Если хотите, можете побыть у нас, прежде чем пойдете навстречу. Располагайтесь, будьте как дома. Благодарю вас. Но я не пойду туда одна. Согласно этому письму, вы можете взять двоих друзей. Могу ли я быть одним из них? Большое спасибо. Вы будете моим вторым другом? А можно? Вы не похожи на врача. Итак, мисс Марстон, хочу вам представить миссис Хадсон. Она вам поможет. Мисс Марстон ужинает со мной сегодня. Если бы я мог. Ах, да, конечно. Мы покормим мистера Ватсона тоже. Доктор, перестаньте так рьяно флиртовать с ней. Знаете, за всю мою карьеру это самый запутанный случай. Вы серьезно? Да. Поэтому мне нужна ваша помощь. Я хотел бы побывать в ее магазине. Что? Она ничего не говорила про магазин. У нее небольшой цветочный магазин в Вест-Энде. Как вы это узнали? А вы не заметили? На ней была дорогая орхидея. Такое не купишь на окраине. Может, ей кто-то подарил? Она бы пошла за помощью к нему, а не к нам. И потом, когда занимаешься цветами, руки всегда исцарапаны по-особенному. Я думаю, у нее цветочный магазин. Удивительно. Элементарно, мой дорогой Ватсон. Элементарно. Возьмите это, Ватсон. На всякий случай. Вы заберете мисс Марстон в холле. Оденьтесь потеплее, идите быстрее и будьте осторожны. Потом дойдете до регентства, там я к вам присоединюсь. Но мы же пойдем на эту встречу вместе. Мой дорогой Ватсон, забудьте о чувствах. Сегодня мне нужен боец. Но мы же... Давайте, идите. Надеюсь, вам понравится в цветочном магазине. Ваша реакция меня не удивляет. Что, Ватсон, наслаждайтесь видом? Она потерялась. Идите, посмотрите. Смотрите внимательно. Мисс Марстон? Да. Вы одна? Со мной два друга. Скажите, они не из полиции? Нет. Пойдемте со мной. Мисс Марстон. Это мистер Холмс и доктор Ватсон. Да, ваши друзья. Хорошо. Но нам предстоит еще дорога. Куда вы нас везете? Мы должны поехать к моему брату Бартоломью. Он нас ждет. Я могу вам все объяснить по пути. Я предпочитаю, чтобы мой брат занимался сокровищами. Они оказались на чердаке, мы были так взволнованы. Я здесь с вами по просьбе моего покойного отца. Я сказал брату, что хочу отдать вам свою долю. Простите, но вынужден был назвать ваше имя Джонатану Смолу. Но я вас буду защищать. Мой брат был вне себя. Мы с ним поругались. Почему вы должны получить меньше? Может, если вы сами потребуете свою долю, он отступит? Иначе придется идти в полицию. Все понятно, мистер Шелтон.
У меня только один брат. Мне не хватает его храбрости, чтобы заниматься делами отца. Меня хотели убить. Подожди. Макмурдо, это я, мистер Тадеуш. Входите, мистер Тадеуш, спасибо. Спасибо. Я сам скажу брату, спокойной ночи. Не боитесь? Ужасно боюсь, но интересно. Мистер Холмс. Мистер Тадеуш, что-то случилось. Я не знаю, как вам сказать. Он там. Он там. В этом есть что-то дьявольское, Ватсон. Миссис Панстоун, лампу. Не прошло и часа. Ватсон, прошу. Его убили. Пожалуйста, не входите. Итак, Ватсон? Он умер своей смертью. По-видимому, во сне. Необычно ускоренный процесс разложения. Точно. Разновидность алкалоидных ядов. Мистер Холмс! Смотрите, сокровищ нет. Они были там, на столе. Мы нашли их там. Вы не ошиблись. Его убили. Полиция. Они придут. И все узнают про сокровища. Они подумают, что это я, чтобы забрать себе все. Вы ведь так не думаете? Правда, джентльмены, это не я, не я. Клянусь вам, я этого не делал. Успокойтесь, тихо. Да. Вы вызовете полицию, все им расскажете. Да. Я буду с вами. Возьмите себя в руки. Так, Ватсон, у нас есть пару минут, прежде чем приедет полиция. Надо действовать. Так, вот и яд. Видите? Прямо за ухом. Это шип. Не трогайте, Ватсон. Он отравлен. Черный. Его запустили из трубки. Яд действует мгновенно. Не успел даже ничего почувствовать. Такой яд используют только на одном полуострове. На Адаманском полуострове. На Адаманском? Да. Все сходится. Взгляните, Ватсон, здесь царапины. Это улика. Джонатан Смол. Скорее всего, вы ошибаетесь, Ватсон. Это не он. Здесь кое-что еще. У этого человека сделаны татуировки. Татуировки? Это уже что-то, верно? У вас есть? Нет, что вы, зачем мне это? Хорошо. Идите, составьте даме компанию, она вас ждет. Да. А как же вы? Действительно. Ватсон, пожалуй, мне нужна ваша помощь. Я надеюсь, мы найдем еще что-нибудь. Хоть какую-то еще зацепку.
Преступник должен был оставить какой-то след. Ватсон, отойдите. Сюда, направо. Так все запутано. Итак, как он пришел? И ушел. Окно закрыто изнутри. Рама крепкая. Довольно опасно. Может, они пришли не отсюда? Кое-что нашел. Отпечаток на подоконнике. Необычный, круглый и грязный. И еще здесь, на полу. И еще у стола. Видите, Ватсон? Следы очень четкие. Это обувь? Нет, это нечто более интересное. Это след деревянной ноги, мой дорогой Ватсон. Одноногий человек? Вы угадали. Никто не взбирался по стене без одной ноги. Да, но кто пустил яд? И кто бросил веревку? Как они вошли? Не через окно. И не через трубу. Но Смол... Помогите, Ватсон. Поднимемся туда, где были найдены сокровища. Мы должны понять, кто этот другой человек, который стрелял из трубки. Кто он? Кто? Татуированный. Ватсон, таким оружием могла воспользоваться даже дама. Но где здесь связь между человеком в татуировках и Шолта, мисс Марстон и покойным? Сюда мог пробраться только очень маленький человек. Он бы легко смог проникнуть в дом так, чтобы никто ничего не услышал. Вот, как я и думал. Следы ребенка? Не совсем, но почти. Посмотрим, куда ведут следы. Туда, вниз. Похоже, у него сжаты пальцы. Видите, какое там расстояние? Вам, наверное, лучше спуститься к мисс Марстон, Ватсон. Не хочу, чтобы она испугалась полиции. Он стрелял оттуда, сверху. С чердака? Браво, Ватсон. Браво. Что вы думаете о лакее? Ватсон, вы не руководствуетесь моим методом, поэтому ваша идея понравится моему другу, инспектору Энтони Джонсу. Он будет мной недоволен. Возможно. Я в этом уверен. Скажите еще, что мои исследования ничего не дадут, поэтому следует арестовать всех в этом доме. Тут полно народу, Морган. Оставайся здесь, смотри, чтобы никто не прошел. Слушаюсь. Здравствуйте, вы кто? Это мой ученик, Шерлок Холмс. Как поживаете, сэр? Все хорошо, спасибо. Как вы? Знаете доктора Ватсона? Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Я отойду. Интересно, почему вы здесь? Веду частное расследование. Надеюсь, вы закончили. Нам надо работать. Нет, для полиции это дело слишком запутанное. Посмотрим. Он мертвый. Что ж, нет ничего сложного. Все ясно. Я всегда говорил вам, мистер Холмс, к чему все эти теории, когда есть практика? Да, вы так говорили.
Холмс не успокоится, пока дело не будет раскрыто. Что тут сложного, Холмс? Парень страдает из-за потери брата, который умер от приступа, скорее всего, из-за денег. Потом покойный очень предусмотрительно запер дверь изнутри. Да, здесь кое-что непонятно, но как мы это выясним? Прежде чем вы сделаете поспешные выводы, я бы хотел обратить ваше внимание на это. Любопытная вещица. Да, осторожно, Джонс, она отравлена. Найдена в теле покойного. Не сходится с вашей теорией. Отчего же? Осталось выяснить, как ушел преступник. Смотрите, Холмс, я все понял. Он знает этот дом. Вы не заметили дыру в потолке? Да, я ее заметил. Лестница ведет прямо к крыше. Молодец, вы уже догадались. Довольно быстро. Хочу заметить, такого запутанного дела у меня еще не было. Дело практики. Констебль? Да? Приведи сюда мистера Тадеуша Шолто. Мой дорогой Джонс. Мистер Холмс, знаю ваше упрямство, но позвольте, я сам разберусь. Мистер Тадеуш Шолто, прошу вас проследовать за мной в участок. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Подождите, не все так просто. Ну, знаете, это уж слишком. Сержант, отведите его. Допросите остальных, может, они все замешаны. Здравствуйте, Ватсон. Все в порядке? Да. Хорошо. Есть продвижение? Да. Для этого мне понадобится один список. Знаете имя убийцы? Нет. Убийца должен быть в списке сбежавших опасных преступников. Как вы это узнали? Обратите внимание на эту веревку. Обычная веревка. Что тут такого? Ватсон, я нашел ее на крыше. Ее принес Смол. Тот другой ее использовал, чтобы проникнуть в дом. Видите ли, Джонатан Смол, как все знаменитые преступники, всегда продумывает план побега с места преступления. С одной ногой это совсем непросто. Куда бы ты ни пошел, везде тебя заметят, и так по всей стране. Рано или поздно он себя выдаст. Поэтому ему проще скрыться на маленькой лодке, чем на большом пароходе, который едет в Южную Америку. Может, он уже в пути? Нет. 20 лет тюрьмы научили его осторожности. Кроме того, он не забрал жемчуг. Самый ценный из всех сокровищ. Он дороже бриллиантов и других камней. А как же второй? Нам нужен список. И дело раскрыто? Нет, но кто знает. Здесь явно выражен след от соленой воды. Можете попробовать, Ватсон. Нет. Видите эту петлю? В Кэмпстоне есть лодочная станция. Узел завязан профессионально. Она сделана из хлопка. Это наиболее прочный материал. Веревка не жесткая. Значит, может быть использовано во многих целях. Например, как трос. Такая веревка может выдержать любой груз при любых обстоятельствах. Что навело меня на следующую мысль? Я знаю, где это. Я знаю его много лет. У него небольшая лодочная станция, но на самом деле он контрабандист. Переправляет груз через море на лодках. Он хорошо известен в криминальном мире. Но мне нужен список сбежавших преступников. Просто удивительно. Можно мне с вами? Нет, Ватсон. Наблюдайте за мисс Морстон. Глаз с нее не спускайте. Ах, да. Насчет инспектора. Очень осторожно. Намекните, что нужно внимательно следить за мисс Морстон. Не забывайте, что Смол может прийти в любую минуту.
Теперь цель преступника мисс Марстон. Бар. Добрый вечер. Там было столько. Дело не в количестве, дорогуша. Кто знает, кто-нибудь хочет добавки? Я хочу. Так, очень хорошо. Привет, как дела? Дела идут, а у тебя? Что, не забыл меня? Вот он я. Да что ты, я так 100 лет не смеялась. Ну, а на этот раз что? Что вы хотели? Что, наши часто с тобой разговаривают? А ты как думаешь? Главное, чтобы Буш не заметил. Вот за что тебя ценю. Налей стаканчик. Да, конечно. Кстати, не знаешь, где теперь Моррис? Раньше знала. Возьмите, а сейчас нет. Что, наш приятель все время на берегу? А ты не видела никого с одной ногой? Есть такой? Ну вот, что я тебе скажу. Этот парень – настоящий убийца. Я это по глазам вижу. Да что ты говоришь? Снова скажешь, что я сыщик? Еще какой настоящий? Перестань, хватит. Да, с ней все ясно. Возьми. Ты нас всех насквозь видишь. Да, вот ты хороший человек. Только руки не распускай. Точно. Да, что ты хочешь? Это сразу видно. Но только такой опытной женщине, как ты. Ты похож на старого пирата. Средних лет. Только у тебя 2 ноги. А что это меняет? Будь у меня 1 нога. А меняет. Тот одноногий все время приходит, но не платит. Нехорошо с такой женщиной, как ты. Вот и я говорю, одноногих не люблю. А потом, что это такое, не платить? Безобразие, правда? Но я не такой. Лучше же заплачу вперед. Да что ты, перестань, ты хороший. Одноногий обещал прийти завтра. Вот интересно, появится ли он. Еще 2. Не волнуйся, один, да. Если хочешь, я с ним поговорю по-свойски. Видел бы ты этого пирата. Я вообще сомневаюсь, что он придет. Болтун. Ну все, хватит болтать. Давай-ка я тебя пощупаю. Перестань, как тебе не стыдно? Иди сюда. Ты же знаешь правила. Да, знаю. Ты просто разбойник. Будешь еще что-нибудь? Не буду. Хлеб, масло и пиво. Ну ты слышал, он такой. Такой смешной, а? Тебе только с преступниками бороться. Тонга. Что случилось, сэр? Тонга, здесь бриллианты. Будешь хорошо вести себя, я с тобой поделюсь. Тонга хороший. Тогда держи. Никому не показывай. Спрятал. Молодец, Тонга. Я закрою, чтобы ты не замерз. Можешь дальше спать. Ты что, задумал фейерверк устроить? Теперь я тебе не нужен. Что с тобой? Ты как привидение. Я знаю, нас ищут копы.
С чего ты взял? Сегодня я ходил туда. Там повсюду копы. Да ладно. Давай сбежим. Не нужна нам эта Морстон. Хочешь на виселицу? Заткнись, я здесь командую. Этот жемчуг бесценен. Может, еще в полицию сдаться? Слушай, я знаю. Да ты из ума выжил. Полиция нас хватит. Замолчи. У меня нет времени на разборки. Хватит метаться. Все идет по плану. Не бойся, я тебя не брошу. Осталось совсем немного. Мы уже у цели. Я тебе сказал, мы одна команда. Ты, я и Тонго. Ты, я и Тонго. Все, ясно? Идиот. Кто там? Это я, доктор Ватсон. Войдите. Вы под охраной. Один стоит за дверью, два внизу, и один на диване справа. Вам уже не страшно? Наверное. Я не могу заснуть. Попытайтесь. Просто забудьте обо всем. Я постараюсь. Может, поплакать? Обычно это помогает. Прошу вас, начинайте. Предложить вам мое плечо. Вы мне уже помогли сегодня. Я хочу поплакать в одиночестве. Уходите. Уже начинается. Леди, отпустите! Я сказала, его нет. Ну и ладно, я подожду. Что вам нужно? А вас это не касается. Ладно, морячок, посмотрим. Мистер Холмс просил меня сюда прийти. Зачем? А я знаю, кто убийца. Ясно тебе? Неужели? Да. Поэтому я и пришел. А если его здесь нет, то я пойду. Нет, ты останешься здесь. Вы кто? Детектив Энтони Джонс, Скотланд-Ярд. Как я сразу не догадался. Нервная. Имейте в виду, если вы что-то знаете, вам лучше сказать. Ну, раз так, тогда ладно. Как вам такое превращение, мой дорогой Джонс? Боже. Мистер Холмс, простите меня. О чем вы, миссис Хадсон? Скажите, зачем все это? Я ищу сокровища. Значит, вот что вам нужно. Я думал, что вы расследуете дело. Вы рассказали, что это дело совсем простое. Верно. И убийца взят под стражу. А, да. Кстати, Джонс, возможно, завтра мне понадобится ваша помощь. Не откажетесь мне помочь? Я рассчитываю на Скотланд-Ярд. Конечно, мистер Холмс. А если мы будем помогать нашим ученикам, когда-нибудь они что-нибудь найдут. Кто знает. Верно. Пойдете завтра на допрос заключенного? Нет, в этом нет необходимости. Я с удовольствием помогу вам завтра, чем смогу. До свидания. До свидания. Скорее бы мистер Холмс все раскрыл. Невозможно так сидеть целый день. Точно я преступница. Я все жду чего-то. Сама не знаю чего. Я проведу свое собственное расследование. Конечно, Холмса нет. А вы уверены, что узнали бы того человека? Да, конечно. По-моему, все эти татуировки и прочие надписи... Зачем их делать? Кто будет на это смотреть? Да. Да, я тоже так считаю. Пожалуй, кроме одной. Они называют ее пантерой. Мой повар мне рассказывал.
Может, прогуляемся? Хоть на край света. Ну, разве мне можно? Да, вся эта охрана. Я знаю, где их искать. Хотел бы я посмотреть на Холмса. Пойдемте. Хорошо. Я возьму пальто. Чтобы стать таким, потребуется 10 лет работы. Галерея искусств. Мое тело тому доказательство. Картины, нарисованные на мне, не сравнятся с его. Ты старый, я не могу это сделать. На, забери. Возьми. Нет. Это в память о прошлом. Ладно. Вот здесь, на ноге. Тут инициалы. Б. На одной стороне. Б — это я. А на другой стороне — С. Это Долли. С — это Долли. Может, Д? Нет. Только С. Ее имя Долли. Но я ее звал Силке. Очень хорошо, не волнуйся. Дамы и господа, посмотрите, что есть у Тонга. Это кобра. Не бойтесь ничего страшного. Куда вы? Подходите. Что ж вы так? Только сегодня подходите. Вот, посмотрите. Надо же, кто-то любит змей. Странно. Этот похож? Нет. Вон он! Вон! Не волнуйтесь так. Только представьте, все мое тело изрисовано красивыми женщинами. Такие рисунки разве не оценит мужчина? Он покупал мои цветы. Я уверена в этом. Может, рассмотреть его поближе? Все изрисовано. Посмотрите сюда. Красота! Подходите, посмотрите. Пойдемте же за мной. Быстрее. Пойдем, нам пора. Секунду, я сейчас. Что случилось? Извините. Та девчонка из магазина. Она здесь с другом. Уверен? Да. Она меня тоже узнала. Извини, друг. На сегодня все. Зайди сегодня попозже. Ладно? Спасибо, мистер. Я приду. Сейчас. Отойдите. Змея выползла. Вот идиоты. Давай его сюда. Теперь ты, Тонго. Поднимайся, оставь все это. Давай же. Миссис Хадсон, звоните полицию. Да, мы его нашли. Мэри! 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 Прекратите! Уйдите! Не зовите полицию! Послушайте! Мой дорогой Ватсон! Мы еще не дрались! Холмс! Мэри, она была здесь, она исчезла! Зачем вы ее сюда привели? Это Смол! Что? Я только что был у него!
Нужна помощь. Звоните в полицию, я за ними. Прекрати. Прикрой это. Хватит, уже идиот. Я ищу жемчуг. Она сама нам их даст. Или сдохнет, как шел-то. Смотри. Скоро больше ее не увидишь. Давай, жми. Быстрей. Тихо. Мы уже едем. Они сбежали. Скорее. Вы сказали, что поедете искать список. Сказал. Мы были близко, почти их взяли. Теперь они едут на полной скорости. Откуда вы знаете? Ватсон, просто знаю и все. Вы совершили столько ошибок, в голове не укладывается. Я был у цели, а теперь сижу здесь, с вами. Я не знал, что так получится. Я сам виноват, что оставил вас с ней. Вы слишком увлеклись. Лови, я брошу их через окно. Помоги мне, давай быстрее. Едем дальше вдоль улицы. Пуна. Беннет! Быстрей! Не могу. Уже на пределе. Давай за ними, Беннет. Хорошо. Там полиция. Им нас не догнать. Давай, жми. Не получится. Не хочу так рисковать. Делай, что говорят. Я же тебе сказал, что не получится. Да ладно. Видишь, я же сказал, ничего больше не выйдет. Ладно, просто спрячь нас. Ну же! Знаете что? Потом напишите об этом книгу. Хорошо, мистер Холмс. Вон они скрылись. Там два люха, я не уверен, в каком из них. Наверх, Тонга. Говори, где жемчуг? Отвечай. А вот и камешки. Он отлично умеет все прятать. Они ничего не дойдут. У них нет шансов. Где он? Я здесь. Сейчас я тебе заплачу.
Ватсон, вам помочь? Нет. Я сам. Найдите ее. Помогите. Попал. Я сдаюсь. Рад слышать, Смол. Ватсон, вы где? Где Мэри? Мы нашли ее. Мэри, сюда, Холмс. Я здесь. Мисс Морстон, здесь только бумага, ножей нет. Все хорошо. Все хорошо. Как я рад вас видеть. Мистер Холмс, да? Они меня схватили в цирке. Вы ранены? Нет, все в порядке. А это сокровище. Холмс, проходите, Джонс. Сюда. Какой-то сумасшедший сказал, что поймал преступника. Правда? Странно, даже не знаю. Может, это вас подкупит? Взгляните. Вот это да! Это же сокровище! Вы, как непрофессионал, нам очень помогли. Он сбежал из тюрьмы. Заберите его. Зачем он нам? А где жемчуг? Да, где он? Они забрали его. Он на дне моря. Мы его найдем, если, конечно, вы не против. Я же ваш друг. Можно спросить вас? Что? Вам не придется его искать. Жемчуг у меня. Я забрал его у Смола. Он хотел сбежать. И еще кое-что. Наверное, это ваше. Удивительно. Элементарно, мой дорогой Ватсон. Элементарно. Пожалуйста, спросите. Вы... Да. Удивительно. Элементарно, мой дорогой Холмс. Элементарно.